старожилы рассказывают, что воду подарил Хрущев в свое время, потом переподключили нас, взял нас лог. Водоснабжение в селе Усово когда-то появилось благодаря доброй воле лечебно-оздоровительного комплекса управления делами президента. Но со временем система обветшала и начались перебои. Руководство Барвихи не спешило решать проблемы жителей. Пришлось вмешаться районным властям. За счет средств, выделенных по программе губернатора «Чистая вода», удалось приобрести земельный участок и поставить станцию водоподготовки. Работают 5 фильтров на сегодняшний день с автоматической системой очистки без отключения воды. Сегодня населенный пункт, 500 как минимум человек, которые здесь проживают, пользуются чистой водой. Это примерно 300 кубометров в сутки. Хорошая вода, лучше. Посмотрели, у нас никакого в жизни давления не было. Летом мы вообще без воды сидели, потому что кто-то огороды поливал, кто-то бассейны наливал. Ну как-то. И получается так, что сейчас и давление замечательное, и вода замечательная. То есть мы даже нарадоваться не можем. Сейчас станция водоподготовки в селе Усово работает не на полную силу. Ее плановая мощность 900 кубометров в сутки позволит наладить водоснабжение и в близлежащих населенных пунктах. Ура! Чтобы источник не иссякал, да? Станция водоподготовки в Усово замыкает второй десяток водозаборных узлов, построенных и модернизированных в Одинцовском районе за минувшие 5 лет. В ближайшую 5-летку планируется ввести в эксплуатацию еще 15, в том числе в ИЗУ номер 1 в Одинцово. И тогда чистой водой в муниципалитете будут обеспечены 100% жителей. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».